Вот уже четвертый год подряд бизнесменов чествуют за их достижения. На эту церемонию вручения премии собрались больше 200 человек. Гостей праздника встречали артисты на ходулях и музыканты. Главный редактор журнала «Fresh City» Аида Буранкулова говорит, такие мероприятия мотивируют предпринимателей не останавливаться на достигнутом и стремиться развивать свой бизнес. На этой премии мы награждаем знаками отличия наших предпринимателей, людей, которые достигли за этот год каких-то побед, высот, либо повышений. Наше мероприятие в этом году поддержало управление предпринимателей Западного Казахстана, тому и Атамекен. Вот, от них тоже будут номинации. Они тоже выбрали своих бизнесменов, отличившихся в этом году. Это мероприятие является диалоговой площадкой для бизнесменов. Предприниматели знакомятся друг с другом, заводят деловые отношения. Номинанты рассказывают, им приятно, когда их работа оценивается по достоинству. Среди лучших в этот вечер были владельцы магазинов, банков, клиник. Удостоился награды и торгово-развлекательный центр «Сити Центр». Уже не первый год жители, гости города выбирают наш торговый центр лучшим. Мы стараемся для наших гостей, посетителей, наш торговый центр разрастается, создаем все условия. Благодаря нашему первому руководителю наш торговый центр становится каждый год все лучшим и лучшим. Лучшие товары по лучшим ценам в лучшем торговом центре. Глянцевый журнал «Fresh City» выпускается уже более 5 лет. Ежедневно над ним трудится порядка 15 человек, не считая фрилансеров. В текущем году журнал расширил свои границы, и возможность заявить о себе и своем бизнесе получили предприниматели из городов Атырау, Актау и Аксай. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.